Всем привет, дорогие друзья, с вами снова, как всегда, Дэн Хай. Сегодня мы будем играть в Age Likes, зимняя рыбалочка, и давайте нажимаем старт. Озеро, лесное озеро, ребятки, пойдем с вами на лесное озеро, порыбачим с вами на общий вес 10 минут. Будет у нас, давайте, утро и весна. Нажимаем старт, и уже встретимся на нашем месте. Так, ну и мы, конечно же, бурим луночку. Глубина чуть-чуть ли не 14 метров. Большая глубина, мороз у нас минус 12 градусов, ветер 5 метров в секунду. За 20 секунд мы пришли на рыбное место. А наживки у нас нету, будем пробовать без наживочки. Естественно, без наживки. Без прикорма, наверное, тоже. Или стоит один разочек все-таки, наверное, прикормить. Или не надо. Ну, давайте пока что отпустим без прикормочки. На нашу мормышечку без прикормочки. И попробуем без мотылечка половить. Без опарышка. Потому что наживочки у нас пока что нету. Так что придется вот так как-то на игру пробовать ловить. Будет что-то клевать, не будет. Нам хотя бы какое-то место занять, чтобы купить потом наживочку. Там, не знаю, вообще поймаем мы что-то или нет, так что включусь уже потом, когда что-то допоймаем. Ребятки, клюнула рыбешка, но я уже не на мормышку ловлю, а на балансирчик, потому что на мормышку не берет без мотыля почему-то. Ловлю вот минутку, наверное, где-то на балансир, и, в принципе, кто-то клюнул. В принципе, неплохой кто-то клюнул, могу вам так сказать. И у нас на 1 градус потеплело, то есть уже минус 11 градусов. Это очень даже хорошо. Рыбка хорошенькая, ребятки, могу вам так сказать. Ну, грамм 200-300 точно в ней должно быть. Даже 400, ребятки, смотрите, хороший окунь. Этот окунь нам может сыграть огромную роль, в принципе. Хотя бы что-то, мне кажется, мы уже заработали с вами. Какое-то место не последнее хотя бы, то есть 50. 50-очку мы уже, наверное, заработали, а это, в принципе, неплохо. Минус 11 градусов. Плюс еще к тому, что сейчас солнышко появилось, но стал ветер 6 метров в секунду. Был 5, а стал 6. Так что сейчас, наверное, наоборот, прохладнее стало. Хотя и солнышко вышло. Но все равно, наверное, прохладнее стало. Но мы продолжаем ловить. Буду включаться, если что-то клюнет. Есть, ребятки, еще одна рыба. Прошло не очень много времени. Наверное, даже меньше минуты, как я закинул. И есть еще одна рыба. По ощущениям, это, в принципе, мельче, чем прошлый наш окунь, так что грамм, наверное, на 100, а может быть и меньше. А нет, нифига себе, ребятки, на 100. 347 грамм. Ребятки, сегодня рыбалочка такая хорошая по окуням. На 1 градус опять-таки потеплело. У нас крючок, кстати, стоит на балансире окуневый, судачевый и какой-то еще там какой-то рыбы. То есть, в принципе, вполне себе хороший балансирчик под окуня с крючком. Минус 10, и это, в принципе, тепло довольно-таки, так что, может быть, сейчас расклюется, конечно, еще одну, может быть, поймаем, и уже пойдем на наш старт, или конец, как можно еще это назвать, и половим уже, может быть, в следующей серии. Сейчас, может быть, если клюнет, то уже клюнет. Ну, будем ловить, ребятки, будем пробовать. На мормышку не клевало вообще ничего, на безмотылку. Вот на балансирчик на первый с крючком под окуня, в принципе, неплохо так клюет. Уже два окуня попалось, хотя, может быть, еще бы было бы у меня побольше времени, я бы, может быть, сейчас бы еще поймал. Ну, конечно, может быть, сейчас еще и клюнет, хотя неизвестно, но должно быть. Вернитесь в зону до сечения времени. Вернемся. Нам тут бежать совсем чуть-чуть. Так что можно убегать даже когда будет 30 секунд. А мы пока можем еще ловить. И может быть сейчас все-таки что-то доклюнет. Будем на это надеяться. Очень сильно то, что что-то доклюнет. Да, есть, ребятки. Есть, ребятки, рыба. Ну, и мне кажется, это точно такая же рыба, которая и предыдущая. Ну, грамм на 300, наверное. Хотя казалось, что этот на 300
грамм был на 100 грамм, хотя тут может быть и больше, не знаю. Но это грамм на 300, мне кажется. Блонку не хочет идти. Вот он. А это судак, ребятки, 526 грамм. Ребятки, мы сегодня, мне кажется, хорошее место должны занять. У нас осталась 1 минута, закидывать уже смысла нету. Я вам скажу, балансир, как называется, синий зверь, но это первый получается. И крючок у нас желтая субмарина. Желтая субмарина. Так, ну и возвращаемся мы с вами в нашу зону, так сказать. Вот здесь мы ловили, вот. В самом начале, можно так сказать, здесь бежать вообще сущий пустяк. То есть можно бежать, когда 10 секунд даже осталось. Так что ждем, ребятки, истечения времени и включаемся. А я-то думал, мы займем с вами хорошенькое местечко. В принципе, сегодня, получается, был очень довольно-таки хороший клев. И ребятки наловили крупной рыбы тоже, получается. И самая крупная рыба была у первого места. Это щука. На кило 122 грамма, это, в принципе, неплохо. Мы заняли с вами 5-е место, я надеялся, что мы хотя бы 3-е займем, и отстали мы от 3-го места не настолько-то и много, где-то на 200 грамм, в принципе, еще бы одну рыбку поймали бы такую же, и 3-е место бы заняли. Ну, естественно, мы получаем с вами 50 монеток, в принципе, хотя бы что-то, так что... хотя бы что-то каждый раз, если так зарабатывать, в принципе, это тоже неплохо за 10 минут. Но хотелось бы, конечно же, первые, вторые, третьи места занимать, и было бы это куда уж и лучше и интереснее. Нажимаем «Продолжить», и, в принципе, ребятки, на этом все, потому что мы сегодня навряд ли все равно купим наживочку. Да? 250 стоит красные опарыши, и... Естественно, мы пока что их не можем купить, у нас не хватает. Будем в следующей серии, наверное, опять-таки копить на опарыш, либо я еще поиграю, может быть, накоплю на опарыш. У нас все-таки не хватает всего лишь 11 монет. Так, накопим на опарыш и будем уже ловить какого-то кушка, может быть, плотвичку на мышку. Так что, ребятки, будьте со мной, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и не забывайте еще на лайк нажать. С вами был Дэн Хай, всем удачи и пока.